Всем большой геймерский привет! С вами канал Kids Play Box, и сегодня мы шпилим свежее обновление крутой бегалки «Говорящий Том. Погоня героев», в котором разработчики обещают нам ураганные гонки на реактивных гиро-мотоциклах и особое мероприятие «Сила тыквы». Так что если вы готовы, устраивайтесь поудобнее, жмите большой бодрящий лайк под этим видео, и мы стартуем! Итак, ребятки, начинаем гонку в городе. Выбираем для этого железного Тома. Вот в таком вот крутом черном костюмчике у нас будет испытывать гироскутеры на скорость и прочность. Ну что ж, поехали! Вперед, гоу, друзья! Во, смотрите, босс енот. И первый же у нас гироскутер на дороге. Смотрите, как классно, йоу! Очень похоже даже на енота, босса енота. Ух ты, у босса енота есть крутой новый. Вау, вот это вираж. И сразу же мы начинаем с огромной скорости. Вау, у босса енота появился новый, видите, новый какой-то способ передвижения, новый транспорт, какой-то реактивный у него ранец появился. О, такого раньше не было. А еноты, посмотрите, какие симпатичные. Еноты у нас... О, у нас они принарядились к Хэллоуину. Появились также, смотрите, какие классные трамплины суперские, на которых можно влетать прямо на огромной скорости и прыгать по ним. Смотрите, как классно получается. О, очень даже интересное решение. Да, еще вот видите, теперь дороги перегораждают у нас фуры, которые... Вау, ух ты, мы выбили у босса енота, крутой, выбили сундучок. Так, дальше пошли. Ой, ой, у нас забрали уже, ёлки-палки. Так, у нас забрали гироскутер. Ну ничего, мы сейчас еще найдем. Смотрите, все еноты у нас в шапочках из тыкв. Очень даже прикольно выглядит, забавные, смешные такие. Вот, ну и так получается у нас обновление не просто такое рядовое, а у нас еще обновление, посвященное Хэллоуину. Так что, ребятки, если вы тоже любите праздник Хэллоуина, любите наряжаться в костюмы, то ставьте обязательно лайк под этим видео и пишите в комментах, какие костюмы на Хэллоуин вы наряжались или еще планируете нарядиться. Вот. Поделитесь своим мнением. Смотрите, мы поднимали еще один гироскутер. Ух ты, как классно он на него садится. Ню, летающие, то есть мотоциклы вот такие реактивные, да? А у енота вот такой вот классный появился реактивный ранец. Класс, суперский просто. Вот. Смотрите, как классно мы енотов лупим своим гироскутером. Воу, он еще и виражи умеет закладывать на этом гироскутере. В общем, очень все круто и бомбезно. Так, ребятки, кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, жмите большую красную кнопку под видео «Подписаться». И не забудьте при этом нажать колокольчик, который будет звонить, когда у нас выходят новые видеообзоры на канале. Ну, а мы продолжаем полеты на гироскутерах. Вот, такую бы штучку, конечно, я думаю, каждый бы хотел себе. Вот, напишите, кто бы себе хотел такой вид транспорта. Или вообще, какой вид транспорта вы бы себе хотели, может быть, из... существующих или из каких-либо выдуманных, может, из фильмов. Что бы вы себе хотели из транспорта больше всего? Напишите об этом в комментариях под этим видео. Так, ну а мы продолжим бег. О, смотрите, сейчас посмотрим. Суперсилу задействуем. Сносим всех, в общем, на своем пути. Команда супергероев. Вообще, кстати, этот кот похож на железного человека костюм. Только черный, да. Ну, естественно, с ушами, так как он кот. Ну, вообще, очень прикольный костюм, такой мощный, серьезный такой костюмчик. Так, дальше енота глушим. Где же нам еще гироскутерчиком разжиться? Так, кстати, давайте посмотрим, ну, ребятки, еще как ездят на гироскутерах вот другие персонажи. Том у нас немножко побегал, покатался на гироскутерах и выбил даже два классных сундучка. Вот так, что в этом сундучке у нас? Так... Ага, в сундучке очень много интересных призов будет у нас. Ну, как обычно, денежка, вот, кристаллики и билетики. Ну, пока ничего больше не дают. Итак, что ж, смотрим. Ага, теперь смотрите, у нас мы можем посмотреть реактивный мотоцикл. Бесплатно получить один мотоцикл. Так, суперский. Ага, а следующие мотоциклики уже за 20 билетиков. То есть получается здесь... мотоциклы надо покупать за билетики. Теперь у билетиков два предназначения. Не только помогают они восстановиться после того, как стукнулся куда-нибудь или упал куда-нибудь. Вот, ну и еще покупать можно реактивные вот такие вот мотоциклы. Да, вот так вот.
Вот, смотрим, выбираем другого героя. Ну, я думаю, это у нас будет вот такой вот классный вот говорящий Бен. Он очень похож здесь, кстати, тоже на героя кино. Это, на мой взгляд, он похож на Магнита из Людей Икс. Если вы считаете, он похож на кого-то другого, напишите в комментах, на кого он, по вашему мнению, похож. Ну, мне кажется, что он похож больше всего на Магнита. Особенно шлем у него очень похожий. Вот. Так, вот такой вот крутой у нас герой с плащом зеленым. Вот, очень мощный выглядит. Ну что ж, мы тогда побегаем где? Можно вот побегать вот на пляже. Да, Бен побегает на пляже. О, ух ты, а тут уже обычный босс. Хе-хе, странно. Так, тут уже нет этого босса на реактивном ранце. Ну ничего, о, смотри, шикарно. Слушай, очень эффектно они садятся. А нет, появился. То есть босс на реактивном ранце появляется только тогда, когда мы берем такой вот, себе гироскутер. Вот этот вот гиромотоцикл. Или кому как нравится, в общем. Ой, смотрите, тут вообще, вау, тут уже автобусы не стоят на месте, они уже ездят. Видали, вот это было вот интересно. Что-то, кстати, я не сразу заметил это дело. А, видали, тут, кажется, нововведений гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В этом обновленнице. Эй, ребятки, вау, вот еще и попарно теперь стоят еноты, слушайте, вот это круто, они теперь еще и по двое стоят. Так, ладно, кстати, и автобусы теперь уже ездят. Это уже гораздо мощнее, тут уже сложнее бегать, когда движущиеся у нас препятствия. О, давай, разгоняемся, бам! И выбили один еще у него классный вот такой сундучок. Так, мы подождите, мы опять попали? А, мы теперь на пляж попали, да? О, давайте попадем в зимнюю локацию, давайте, хоба. Это, кстати, как раз локация Бена. Вот, а здесь, о, здесь же еще наши старые знакомые. Это у нас базутчики с ракетными установками. Вот, стреляют такими огненными шарами. Так. Здесь тоже, кстати, на северной локации тоже все пингвины. Не пингвины, конечно. Все еноты одеты у нас тоже вот в шапочках. А, не все, видите, летающие еноты остались в своих шлемах. Да, ну, видимо, такие условия полетов. Так, опа. Ага. А, реактивный мотоцикл получи только за эти. Ладно, так, надо было, видите, как оказывается. Ну хорошо, сейчас мы еще найдем такую вот подставочку и заплатим 20 билетиков и получим реактивный мотоцикл, да? То есть мы сейчас посмотрели, что мотоциклы не все бесплатные. О, вау, так, здесь это из предыдущего обновления, короче, у нас тут остались еще, да, фишки. Хова, смотрите, так, здесь у нас напарники, осталась та же фишка с предыдущего обновления, напарники, когда нам надо спасать одного из героев из лап вот таких огромных, таких вот злобных енотов, да? Это, воу, ребята, вот чё, сразу двое тут базучиков, так. Ага. Так, ну, смотрим, двинемся, давайте. Так, ну, чё нам больше не дают этих реактивных мотоциклов? Вот, кстати, а тут уже нету этих фур. О, смотрите, ловим мотоцикл, так, сейчас мы заплатим 20 билетиков и садимся, ю-ху, садимся на реактивный мотоцикл. И гоним, так, догоняем вот этого вот енота. Так, вот, здесь, кстати, смотрите, появляется. То есть, когда мы на гироскутере, появляются новые препятствия, так? А, и скорее всего, получается, что ездящие автобусы тоже только тогда, когда мы ездим на гироскутерах, да. То есть, катающиеся автобусы только в этом случае. И вот такие вот тоже трамплины. В обычном случае их нет у нас, этих трамплинов. Так, вот такой вот у нас мощный получается изменение на трассе. А, и вот еще смотрите, автобус едет, еще и меняет дорожку, переходит. Вот тут много чего получается интересного добавляется в этом режиме. То есть по сути это дополнительный новый как бы вообще мини-игра такая. То есть уже у нас не раннер просто, а это значит настоящие мотогонки получается, да? Такие встроенная мини-игра мотогонки. Так, мы оказались опять на севере, ну, можно вернуться в город. Так, ну что ж, давайте вернемся на базу. Ой, бэм-бэм, мы тебя стукнули специально. И мы возвращаемся на супергеройскую базу. Так, получаем свои заслуженные призы, что мы заработали. Отобрали у енотов. О, так, мы отобрали два сундука, кстати. Так, получили немножко билетиков, кстати, пригодятся они для покупки у нас вот этих вот реактивных мотоциклов. Есть, да? Все, у нас ничего себе, дороговато получается. По 20 целых 20 билетов стоит один мотоциклик этот вот. Так, ну что ж, приходится за это дело платить. Давайте посмотрим, какие у нас есть
суперзадание, вот безумные препятствия на суперзадание есть, да? И мы вот выберем для этой цели, выберем на безумные задания, мы выберем нашу самую симпатичную супергероиню. Вот такая вот у нас на розовеньком суперкостюмчике Анжела. И мы, она отправится вот задание выполнять суперпрыжки. Так, где у нас? В Китае. Мы суперпрыжки выполняем в Китае. Так, так, интересно, сколько же надо будет собирать этих суперпрыжков, долго ли? А, вот один есть. Айч, воу, чуть-чуть не стукнулся. Вот, кстати, одна из самых моих нелюбимых тут моментов в этой игре, это вот эти вот прыжки, ау, по драконам. Слушайте, так можно и упасть, такие коротенькие дорожки, прям не дорожки, а даже кусочки из дракона. Угу, прыгаем, прыгаем, так. И еще есть очень для меня нелюбимый момент в этой игре, это в Египте. А, в египетской локации у нас там есть внутри пирамид такие там пропасти. Оу. А напишите в комментах, ребятки, у кого какие самые сложные и нелюбимые участки в этой игре. Что вам больше всего не нравится проходить? Так. Вау. Так. Ого, мы насобирали уже 11 суперпрыжков, 12. Так. Тут прям подряд идут все эти суперпрыжки. Я думаю, придется долго их искать. Ну ничего, вроде бы как набрали. Так, бежим, бежим, бежим. О, уже 14, 15 суперпрыжков. 16 сейчас выполнить. Ну так можно быстренько, в принципе, выполнить это задание. Так, опа. Ну прям вообще попрыгуны такие, да? Опа. Так, 19 суперпрыжков, да? Оп, оп, оп. Так, 20. Ну, такое неплохое задание получается. Ой! Вот так вот мы попали. Так, ну давайте 5 билетиков заплатим. Осталось всего-то 2 суперпрыжка собрать, да? У нас было немножко билетиков. Так. Есть! 22 суперпрыжка. Вот так вот Анжела справилась с суперзаданием по сбору прыжков. Вот так вот у нас. И получили мы свои наградные. Итак, вот такие вот заданица она справилась у нас. В общем, Анжела у нас выполнила супер задание. Ну что ж, вот мы посмотрели, в принципе, вот такое вот обновленице, где у нас появились реактивные гиромотоциклы, ну или гироскутеры, кому как нравится. Когда у нас наш герой садится на этот мотоцикл, меняется вся трасса, появляются новые препятствия, фуры перегораживают дорогу. Вот, появляются автобусы, которые ездят из дорожки на дорожку, или прямо ездят тоже. Вот, еще появляются трамплины, вот, крутые, в общем, и новые боссы с реактивными ранцами крутыми, у которых надо выбивать сундуки, как мы уже видели. Вот, и получать за это хорошие призы. Ну, и еще, конечно же, что у нас добавилось? У нас еноты стали, ну, в честь Хэллоуина, вот таких вот классных шапочках-тыквах появились. У них такие вот, у всех енот, почти у всех енотов появились шапочки тыкв. Вот такие вот, вот нововведения в этом свежем обновлении мы увидели в игре «Говорящий том. Погоня героев». Кому понравился наш обзор, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Делитесь этим видео с друзьями. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеообзорах. Ну, а мы на сегодня будем заканчивать, ребятки. До встречи в новых видео. Играйте только в самые хорошие игры и смотрите наш канал. До встречи, ребятки. Пока. Всем удачи.